В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла всероссийская конференция. На ней обсуждались итоги апробации основных профессиональных образовательных программ по уровням образования бакалавриат, магистратура и аспирантура с направленностью педагог основного общего образования. Это итоговая конференция по проекту, который реализовывался в Институте психологии и образования Казанского университета в рамках программы модернизации педагогического образования. Не случайно самой главной идеей этого проекта этого года является реализация компетентностного подхода для того, чтобы в школу пришел учитель более компетентный, профессионально ориентирован. Наш университет является одним из флагманов изменения, трансформации, подготовки учителя во всей России. В работе конференции приняли участие ведущие отечественные специалисты по проблемам педагогического образования, а также представители Министерства образования Российской Федерации и Республики Татарстан. Это политическое, да, решение реализовать проект педобразования. Это объединение педагогического сообщества, вузовского педагогического сообщества, школьного педагогического сообщества для того, чтобы повысить качество педагогического образования и повысить качество тех педагогов, которые придут учить наших детей. В рамках конференции, помимо пленарного заседания, планируется также проведение круглого стола на тему «Подготовка педагога основного общего образования, вызовы времени и стратегия реализации». Только наш институт реализует 24 международных сопоставительных исследований с различными зарубежными университетами в области подготовки учителей. Мы находим не только отрицательные, но и положительные стороны друг у друга, которые пытаемся внедрить в свою повседневную работу. На конференции планируется изучение исторических предпосылок, тенденций, особенностей модернизации педагогического образования в России, обмен учебными технологиями, материалами и многое другое. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.